Руководитель бригады констатирована смерть пассажира Мамардашвили МК от сердечной недостаточности. Тело транспортировано в морг Юго-Западного округа города Москвы. Отчаяние, и там уже какое-то светлое пространство свободное открывается. И в нем нужно жить, потому что художник неотделим от сознания, что любой лад, смысл, гармония, порядок абсолютно маловероятны и хрупкие, если они есть, и маловероятно, что они вообще будут. И когда они есть, это незаконная радость. Вот все против того, что вы давали. А это есть. И за этим стоит нечто называемое тайной, которую раскатывает художник, и она органически вплетена в его существование. Он может осуществляться и как личность, и как творец только через вглядывание в эту тайну, через прохождение колодца страдания, пройдя которые можно увидеть за бездной нелада, несправедливости, жестокости, какую-то скрытую гармонию. Бории. 21 декабря 1879 года, 60 лет тому назад, в этом городе родился Иосиф Виссарионович Сталин. Бори – старинный грузинский город. Вы родились в Горе, на родине Сталина. Наверное, это не могло не отложить какого-то своего отпечатка в вашем сознании. Хотелось бы вам снова в детство, в юность. Ни в коем случае. Именно потому, что этот отпечаток я помню очень хорошо. И я формировался в противодействии к этому отпечатку. И поэтому весьма рискованно. То есть шанс выскочить из этого отпечатка был весьма мал. Так же мал, как сейчас у нашей молодежи. Почти что нет шанса у тех, кому сейчас 16-17 лет. Нет шанса в том смысле, что они просыпаются молодыми к жизни, к тому, чтобы проявить себя в лесу из стоячих мертвецов. И почти что нулю равна вероятность того, что они смогут найти себя и не погибнуть раньше, духовно не погибнуть раньше этого нахождения. И поэтому я только с ужасом могу думать, что вдруг мне сейчас дана возможность быть 17 лет. Hello, привет, культура! Из Москвы! Культура, привет! В мини пол! Брута, плини брута, бро. Брута, плини брута, брута, бро. Культура. Чао, Москва. Все ведь мы прошли от к. И это судьба иллюзий. И вытравление иллюзий без потери идеала затронуло и его. Не так, чтобы он сразу все раскусил. Но думаю, что ненависть, именно ненависть, такую презрительную ненависть к Сталину он испытывал, по-моему, сызмала. Он учился в сельской школе. Он учился в сельской школе. Он приехал из
далекой деревне. Его отец был военным. Они приехали поздно, он уже был большой мальчиком. Да, они приехали в Тбилиси. Они приехали в Тбилиси в 43-м году в качестве эвакуированных. Отец с полковником был. Он был освобожден от изучения грузинского языка, как эвакуированный. Всех эвакуированных ты освобождаешь от изучения грузинского языка. Он владел, сейчас я вам скажу, английским, немецким, французским, итальянским, испанским, 5 языками. Он был самоучкой, это был просто потрясающе одаренный человек. Папа вставал в 6 утра, военный человек. Значит, обливался, это он лысый, все чисто и аккуратно, все, и включал радио, это был ужас. Мира вставала всегда в хорошем настроении. Причем я утром, когда, если он поздно чуть вставал, я старалась задернуть занавеской, чтобы солнце его не беспокоило, меня выгоняло. Уйди, уйди отсюда. Он любил свет и солнце. И вот это какое-то такое странное, свет и солнце. Я могу вам сказать, признаться, что одно из моих переживаний, из-за которых, может быть, я и стал заниматься философией, было вот это переживание в жизни, совершенно непонятное, приводящее меня в растерянность слепоты людей перед тем, что есть. То есть стоят нос к носу с чем-то и этого не видят. Эта ситуация, понимаете, такая, когда мы не извлекаем опыт. И это бесконечно повторяется. Это не имеющее конца смерть. Дурно, это дурно повторяется все. Все заново, скажем, в нашей жизни или в истории делается одна и та же ошибка. Мы совершаем что-то, из-за чего раскаиваемся, но это раскаяние не мешает нам снова совершать то, из-за чего мы раскаиваемся. Почему? Потому что не существует, очевидно, структуры, в которой мы раз навсегда извлекли опыт из того, из-за чего нам пришлось раскаяться. А если этого не сделали, то это будет повторяться. В российской истории, я бы сказал так, гулял, вовсю гулял гений повторений, дурных до тошноты. На первом или на втором курсе Мераб был секретарем комсомольской организации курса философского факультета. И практически весь курс во главе с секретарем комсомольской организации курса получили двойки на одном из первых экзаменов по философии. И была даже статья «Комсомольской правде» в качестве вот такой сенсации. Целый курс философского факультета во главе с секретарем комсомольской организации получил пару на экзамене. На моей памяти это единственный случай, когда Мераб был вовлечен в общественную деятельность, так сказать. Я думаю, что вот это пребывание на посту комсомольского секретаря навеки положило конец всем его, так сказать, отношениям с общественными организациями того времени. Более резко настроенного против режима человека я не встречал в жизни. Он приехал готовым совершенно. И меня это больше всего поражало, что он не менялся. Он как приехал вот, со сложившейся уже установкой, со сложившейся программой отношения к жизни, таким он остался до последнего. Он был какой-то не такой, хотя непонятно, почему не такой. Он очень серьезно относился к Марксу, что никакие наши официальные идеологи не умели и не представляли себе, зачем это нужно, например. Но не только к Марксу, потом. Речь как-то зашла о том, что такое плановое строительство.
что такое пятилетки, что такое плановое строительство, как это прекрасно, что будет через 5 лет, ну, что будет через 50 лет. И Мираб Казанденович сделал паузу и сказал: это очень страшно, строить галлюцинаторные планы. И вообще, это очень страшно, жить с какой-то определенной надеждой. Надо научиться жить без надежды. Потому что надежда – это бастард, это незаконное дитя твоего воображения и облака. Какая пятилетка, какой коммунизм. Какие надежды на лучшее будущее. Чудовищные существа, а стихии, они оказались основанием советского типа государственности, советского типа культуры, советского типа гражданственности, в кавычках. И эта болезнь продолжалась довольно долго, потому что и до сегодняшнего дня, потому что гражданская война в действительности никогда не кончалась. Ее нельзя датировать 1921 годом. Кончились определенные формы гражданской войны. А гражданская война, как война человека со своим ближним и самим собой, именно гражданская война, она была каждый день. Такого поколения оно было абсолютно уникальным. Потому что, смотрите, на долю поколения выпала и война, так, и революция, и крах. Так, ведь таким катком не... Мы работали вместе в журнале «Проблемы мира и социализма» в Праге. Вот я помню, был такой генеральный секретарь компартии Индонезии Айдит по фамилии. И вот этот самый Айдит написал большой талмуд своих сочинений. И было необходимо в коммунистическом журнале написать рецензию. Он за это отвечал. И вот я помню, как Мираб ходил из кабинета в кабинет и просил кого-то написать эту рецензию. Он, естественно, не только рецензию написать, но даже читать эту галиматью, он, так сказать, был не в состоянии совершенно и не позволил бы себе. Кто-то там написал, он должен был подписать. И он написал слитно псевдоним «Семер». Это дерьмо французски. Это вышло, да, господин, товарищ СМР написал рецензию на книгу товарища Айдита. Я работал в «Проблемах мира и социализма», и тогда же, парадоксы, я заведовал отделом философии там, так, а я не философ, уж это точно, я это, у нас в дипломах философ, да, ну это абсурд, все равно, что написать «Платон». Так, профессия Платон, Сократ, и там Кант, да? Уж если кто-то был философом, то, конечно, Мираб. Вот у человека есть слух, глаза. Глаз видеть хочет, а слух слышать. И вот каково ни одну секунду Божьего дня не слышать вокруг себя спонтанной, естественной, свободной речи. А это ведь потребность, необходимость человеку. Развитому человеку. Жить в стихии свободной речи. Ну, Мираба какой-то донос написали, поскольку он, конечно, иногда позволял себе удивительные высказывания, работая в журнале коммунистическом при этом, понимаете? У него доносов было полно, и они, в конце концов, привели к тому, что его
из журнала фактически выгнали. А когда он приехал, его совсем загрохали, потому что он уехал в Париж в командировку, как кто-то его пригласил читать лист. А потом ему стало грустно расставаться с Парижем, он вообще Францию любил. И он решил на недельку-другую посидеть, отдохнуть. Сейчас это совершенно естественно. А что это было тогда, в советские времена? Все решили, что он уже сбежал. Прошло неделю-две, он приехал. Ну, вся система ощерилась, скрежетала зубами, и его, значит, угробили, он стал невыездным. Скажем, реально выполненная честь, не имеет честь, а реально выполненная честь, есть артикулированные институции. Если она есть, то люди, например, не могут доносить. А если люди просто не хотят доносить, то это как песок изменчивый. Сегодня ты не хочешь, а завтра появляется какая-то очень высокая причина, по которой ты не только захочешь, а еще и будешь оправдывать тот факт, что ты доносишь. Человек – это такое существо, которое ради якобы высших соображений способен уговорить себя на любые низости. Он никогда не говорил об отъезде вообще, ни тогда, когда жил в Москве, ни потом, когда переехал об отъезде, об эмиграции, хотя, конечно, мог уехать. И я никогда не спрашивала. Ну, у нас были такие отношения, я, в общем-то, стеснялась. Это как-то его личное дело, я не могла. Сказал бы, что едет в эмиграцию. Это он должен был решить. Но мне не приходило как-то это в голову. Прежде всего, не забывайте, что в отличие от меня, Мираб был человек семьи, семейного долга. То есть, давайте, простите, я знаю, что эти высказывания, они звучат пошло, и они не абсолютны. Но он все-таки был кавказский человек. Как он может уехать от больной сестры, от старой матери? Нет. А вот он за квыщи. Я еще давно его спрашивала, когда я уезжала в 81-м году, Мираб, а вам? Я видела, что он задыхается. Вам. Он как-то поощрял меня к отъезду, хотя у меня были чисто личные причины к этому. Я сказала, вам, вы не думаете об отъезде? Он сбросил такую фразу, нет, у меня ответственность. У меня есть ответственность. Тогда, не зная его так близко еще, я подумала, что он говорит о семье, и сказала, ну да, у меня тоже родители. Он очень как-то сдержанно сказал, ну, у меня, говорит, есть еще своя ответственность. Когда общество или страна выпадает из истории и времени, то в ней появляются существа живоподобные и человекоподобные. Они и суть продукты имитации того, что сломалось, заболело или исчезло. Это такая механическая, скрежещущая имитация человеческих проявлений, причем настолько совершенное, что ведь был даже такой фильм, сделанный в Советском Союзе, назывался он «Вариант зомби». То есть зомби может не только имитировать человека, зомби может имитировать и проблему зомби. Иван Фролов, который взял его заместителем вопроса философии, потом у них осложнились отношения, а уж с остальными философами у него, он просто был на ножах, к сожалению. Да, Мираб был очень жестким, очень принципиальным человеком, не уступавшим в спорах, если он был уверен в своей правоте, а он, как правило, был уверен в своей правоте и в обоснованности своих суждений. Да, с ним было трудно общаться. Очень немногие получили, так сказать, доступ к его душе, к его нутру, если можно так выразиться. Внешне могли быть очень хорошие отношения. Но вот до сути его очень немногим удалось докопаться. Очень немногим. Ходите, сказано в Евангелии. Я бы перевел бы так. Шевелитесь. Или пошевеливайтесь, пока мелькнул свет. Пространство истины может быть расширено только трудом. А само по себе оно гнание. Если упустил его, все. Это будет хаос и распад, ничего не повторится,
и мир уйдет в небытие, в том числе в бесконечное повторение ада. Первый инфаркт случился у него перед отъездом в Грузию, когда он переехал из Москвы, его вытеснили фактически. Кольцо-то сжималось вокруг него. И я помню, как мы провожали его в Грузию. Это была трагикомическая потеха. Значит, каждый нес что-то, я нес большой стул какой-то. У Мираба, при всем том, что у него комната маленькая была в общей смежной квартире, у него был какой-то красивый большой стул. Я его тащил. На вокзал притащили мы стул, а там какой-то поезд опоздал, на его место подошел другой поезд, никто ничего не мог понять, носится толпа. А среди тех, кто его провожал, был еще Атар и Асселяне. И Атар сел на этот стул посередине платформы, и по платформе туда-сюда бегает очумелый народ, не зная, куда двинуться. И Атар сидит, он тоже грузин, он сидит с таким достоинством, говорит: да, это разруха, говорит он. Это была мизансцена, конечно. Мираб приехал в 80-м году, когда его выгнали из Москвы. Он приехал сюда, это человек, профессор, заслуженный, бывший зам главного редактора журнала «Вопросы философии», он не имел ни одного костюма. И первый костюм, который я видел на Мирабе, он получил в 86-м году, когда поехал в Париж. Тогда Пятигорский прилетел специально в Париж, чтобы подарить ему костюм. Шеварднадзе позвал его к себе, и у них был один или два длинных отдельных разговора. В какой-то мере все мы открыто или про себя рассчитывали, что все-таки, может быть, жизнь станет человечной с этими людьми. Мы же других не видели так-то. Мы действительно серьезно занимались проблемами культуры. Грузии ставились тогда такие, снимались такие фильмы, которые нигде в другом регионе не снимались. Ответственность я брал на себя. И Мираб это замечал все. И у него особое было ко мне отношение. Это я говорю вам правду. Так я ощущал. И я не могу сказать, что мы были самыми близкими друзьями, но мы друг друга прекрасно понимали. Ну, то, что люди такого типа, как главный грузинский начальник, проявляют как будто живой интерес к отдельно взятому мыслителю. Может быть, здесь есть приближение к игре, которую мы видим сегодня здесь. Я не буду называть фамилии. Но это сейчас игра такая более-менее принятая. Поначалу даже кого-то привлекала. Сейчас мы знаем, что у нас стоит. Мираб всегда вот повторял: у нас в Грузии все иначе. Грузины – это не такой народ, как вы здесь, и нас не путаете в своей грязи. Это здесь вся толпа, стадо, а у нас нет. Это было не совсем так. У жизни есть мотив, есть какая-то нота, пронизывающая большое пространство и время жизни. Мотив. Этот мотив чаще всего связан с желанием. А мы ведь являемся в действительности только и только желающими существами. И одно, кстати, одно из самых больших желаний – это желание жить. Но жить в смысле каком? Чувствовать себя живым. Поэтому наши желания есть такие явления, которые позволяют нам чувствовать себя живыми. И это самая большая ценность. У жизни нет ценности вне ее самой, она сама ценность в этом смысле. А вот жить, оказывается, непросто.
читал лекцию о Декарте, но упомянул христианство и бросил такую фразу. Для него самоочевидную, для меня остался это вопросом до тех пор, пока я сама в своей жизни к этому не вернулась. Но ведь Христос бывает распинаем каждую минуту. И пошел дальше в свои мысли. И тогда меня это зацепило, и я подумала, надо спросить, но я постеснялась, и я никогда его не спросила. Но когда прошли годы, и уже своим каким-то путем я пришла вот к тому же, я услышала его ответ. Христос бывает распинаем каждую минуту. Это было уже десятилетия спустя, когда вот так мне аукнулся этот монолог, диалог. Когда человек, который выпускают из зоны, заменяя лозунги тоталитаризма лозунгами чистого национализма. Это единственный язык, на который тоталитарные лозунги можно модифицировать. И поэтому все посткоммунистические режимы пережили волну национализма. Котировался Свияжском Сахудия. Сын известный еще нашего классика Константина Гамсахурдия. И Мераб тогда сказал, если его изберут президентом, я откажусь от моего народа, от Грузии. Ну, смело это сказано, очень смело и рискованно. И представьте себе, он страшно любил Грузию, свою родину, страшно любил. И вот эти слова, это дорого ему обошлось, очень дорого. Но он должен был сказать это. Никто другой не говорил. И на самом деле потом стали развиваться события трагические. Действительно трагические события. Когда я вернулся в Грузию, я свой народ не узнал. Мираб, когда приезжал в Москву, он никогда не рассказывал, чем он занимался, что он выступал на митингах, там он... его вовлекли во все эти дела. Он об этом не говорил ни слова. И я только понимал, что этот человек всю жизнь шел на самом деле через философию к тому, чтобы реализовать себя, когда открылись возможности свободного действия, реализовать себя как гражданин. Он очень активное участие принимал во всем. Он был гражданином. Гражданином и, конечно, стоял выше всех. И очень смело он выступал, очень смело. И когда он выступил, вот самая такая фраза, самая такая и смелая, и запомнившаяся, что истина превыше всего, превыше даже Родины. Такое впечатление от этой фразы было, что... напали на него, освистали, просто был крик, свистели, не знаю, что творилось там тогда. И вы знаете, что он был раздавлен, когда в Грузии объявился Звяд. Он думал, что это невозможно. Много раз мне говорил. В России может быть диктатор, тиран и тоталитарный правитель. Это не для нас. Это у нас не бывает. На этом целая концепция строилась, и вдруг она провалилась. Это было незадолго до конца, но это было очень сильно. Он этого человека ненавидел. Тот это знал и был мелко мстительным. Не пришел на похороны. Хотя, если сам не понимал, то должен был слышать, что это самый крупный грузинский мыслитель 20 века был. Политик Макилевич.
самая древняя философская мудрость говорит одно, она еще в египетском папирусе записана. Так как наверху, так внизу. То есть, или ты можешь, ты должен, если ты связан, соотнесен с верхом, а это есть человеческая история, то есть история возвышения человека над самим собой, над своей тварной природой. Он должен уложить вверх на низ. Понимаете? Всякая философия, всякое духовное построение есть ответ на навязывающуюся мысль о самоуничтожении или самоубийстве. Это беседа человека, уставшего жизнь, со своей душой. Он жалуется душе, как мир плох, скажем, как он хорош сам в своем возвышенном стремлении. И не находя ничего, он должен покончить с собой, чтобы найти кратчайший путь перехода вот в другую жизнь. А душа отвечает, нет, наверху так же, как внизу. Апреля 89 года звонит совершенно сумасшедший Ися, говорит: Мирабу плохо, приходите. Мы пришли сюда, здесь стоит скорая помощь, инфаркт. Самым спокойным из нас был Мираб. Самым спокойным. Я помню прекрасно, как я и один родственник, мы его подняли, Мираба. И единственное, что Мираб сказал: осторожно, ребята, не уроните, пожалуйста, меня. Вот мы как-то умудрились его не уронить, а потом, буквально через 6 дней, когда автомобили танки, и вот эта вот абсолютно обезумевшая толпа двинулась с проспекта Рустаёли в район Ваке, единственный, кто не расстрелялся, был Мираб. Я повторяю, это было через 6 дней после обширного инфаркта. Он встал с кровати, вышел на улицу, открыл. Против того, что там начертано, что каждый умирает тогда, когда ему положено. Но зазор есть. Мирабу ведь, он же это страшно переживал. Вот это отчуждение, его же там травили на родине. Чем меньше страна, тем все виднее и больнее даже, если угодно. Может, и беда наша в том, что всегда при таких-то просторах кажется, что где-то есть такой кусочек, где все хорошо. А тут больнее все на виду. И он страшно переживал вот это отчуждение. И оно ускорило смерть. Alors, rien ne donné à l'homme. Ничто не дается человеку просто так. Все, что существует, все, что происходит, не дается мне просто так. Существование – это нечто такое, что вечно движется по неровным горным уступам человеческих усилий. Если этого не происходит, если человек устал, то любой человек, любая цивилизация разрушается. Мы встречали самолет в полночь, и мы не смогли найти катафалк. Это смурное было время, смурное совершенно. И мы нашли просто грузовую какую-то старую задрипанную машину, грузовик элементарный, на который поставили деревянный гроб. И вот с тарахтением этот грузовик мы проехали по городу. Я помню, кто-то тогда сказал, Никола был Чавчавадзе, конечно, там было несколько философов, институт философии был, и были вот мы близкие. Машина была открытая, бортовая. И это было, знаете, это было трагично, это было страшно одновременно, что вот Мираб, ну, не нашли мы катафалк, не было его в природе. И все вспоминали Сократа, конечно, его смерть. Это был вот путь домой, философа,
каком-то чистом своем виде, вот без прикрас, без цветов, только скорбь окружала его, вот тех, кто был там. Больше не было ничего. Было страшно.